Всем привет! Продолжаем работу над основанием, которое мне заказали. Сейчас мы будем заливать воду. Заливать будут, скорее всего, в два этапа. Первый немного посильнее сделаю. Залью, не знаю, миллилитров, наверное, 30, может быть, 40, чтобы сделать плавный градиент. Итак, начинаем. Берем нашу смолу от компании Artline, которую я уже, в принципе, одну работу сделал. И нахожусь в восторге, в принципе, от этого продукта. Так. Смешали мы нашу смолу, точнее не смешали, подготовили. Сейчас добавим немного красителя. Четырех капель, я думаю, будет достаточно. Не хочу делать сильно зеленую. Берем нашу деревянную палочку, которая шла в комплекте со смолой. Перемешиваем. Многие задаются вопросом, как вообще вода делается там на диорамах, еще что-то. Ну вот, элементарно она делается. Нет, можно делать ее с помощью ЭДП обычного клея. Видео на канале по этому поводу тоже есть, как я делаю из обычного ЭДП. Но тут проблема в том, что не у многих она получается. С этой смолой вообще проблем нет. Потому что с ней очень сложно как-то ошибиться или что-то сделать неправильно. Потому что она в работе просто элементарно. Я перемешал, можно заливать. Подобным образом он сейчас выглядит. Могу сделать макро сейчас, посмотреть вообще на работу. Вот, смотрите, это вот первый слой воды залит. Следующие будут, наверное, делать с одной каплей зеленого красителя или вообще без красителя, не знаю. Скорее всего, с красителем, чтобы сильно оттенок не отличался. А вот так вот выглядит, в принципе, работа. Колея, травка, пляжик. Ждем высыхания и продолжаем завтра заливать нашу воду. Ну что ж, высох наш первый слой травы. Внезапно у нас оборвался стрим. Я уж видео сделаю, досниму. Итак, внезапно у нас оборвался стрим. Сейчас мы будем заливать наш второй слой. Первый не полностью полимеризовался, поэтому мы продолжим заливку. Все вроде как перемешали, начинаем заливать. Смола просто изумительная вообще, она и течет отлично. Вообще не вижу никаких проблем с этим материалом. Одни приятности. Подробно поговорим по изготовлению волны.
ряби и прочих и прочие имитации водной глади с помощью моделирующего прозрачного геля, вот такого вот. Гель этот от фирмы Таир. Баночек 100 мл, покупал ее за 280 рублей в одном из художественных магазинов. Для сравнения, гель, подобный от фирмы Валеха или АК Интерактив, будет стоить в 2 раза дороже. Ну, практически в 2. А АК Интерактив 100 мл стоит 480 рублей. По качествам то же самое, ничем абсолютно не отличается. Итак, здесь, я думаю, будет выполнена небольшая рябь. Сейчас я покажу, я поэкспериментировал немного подобного вида. То есть это и не волна, в принципе. Небольшой ветерок, небольшое волнение. Как видите, абсолютно прозрачный. Поэтому можем делать будем по аналогии, как я уже и там делал. Сначала кистью распределяем общий объем по тому, как у нас волна должна идти, а потом уже от этого начинаем идти, делая волну силиконовой кистью. Но можно делать не силиконовой кистью, можно делать всем чем угодно, но я буду, наверное, использовать именно ее. Сейчас я только найду подходящую кисть. Думаю, что вот этой мне будет достаточно. Так, поверхность немного сейчас очистим, на всякий случай, чтобы у нас ничего туда не попало лишнего, там пылинка какая-нибудь, соринка. Итак, начинаем. Работать с акриловым гелем очень удобно. Он просто наносится без каких-либо танцев с бубнами и прочего. Легко распределяется при желании. Пока мелкую вот эту вот нанесем полоску. Потом уже будем делать другие вещи, такие как там мелкая рябь, еще что-то. Для начала нам нужно создать непосредственно какую-то текстуру первоначально, от которой мы будем потом плясать.
Ну что ж, наш акриловый гель нанесен. Пока он имеет вот данный вид. И ждем высыхания. После высыхания будет уже финальный отчет по тому, как данный гель выглядит на готовой работе. А сейчас, если видео кому было полезно, подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте палец вверх. Всем пока!